сейчас я постараюсь приклеить к телефону DoogieShot 1 стекло защитное. Когда я покупала этот телефон, на нем была пленка, я ее не снимала. Вот. Сейчас я постараюсь приклеить стекло, которое получила с сайта AliExpress. Стекло это меньше по размеру, поэтому думаю, что я попаду. Попаду в цель. И будет все хорошо. Я включила себе тут дополнительный фонарик, помимо обычного света, чтобы было лучше видно. Стекло лучше клеить в хорошо освещенном месте и с дополнительной лампой. Так, сейчас мы отклеим пленочку нашу. Вот тут внизу я подцепляю. И снимаю. Вау, какое тут стекло. Такое чистое. Так. Ну, уже начали садиться, мне кажется, какие-то частички пыли. Я сейчас протру салфеточкой. Салфеточка номер один. Она сухая. А, нет, она мокрая. Она влажная. Это влажная салфетка. Так. Обезжирим весь экран. Хотя там жира не было, но кто его знает. Так. Ну, если так уж сказать, то любую поверхность, на какую вы собираетесь что-нибудь клеить, ее нужно обезжиривать. Это правильно. Обезжиривать. Так. Хорошо, все протерли. Так, теперь, наверное, надо взять салфеточку номер два. Вот она такая вот розовенькая. Ногти у меня разноцветные. Это потому что сестра поэкспериментировала просто на моих ногтях. Поэтому не пугайтесь. Это уже сухая салфетка, которой я буду полировать телефон. Честно говоря, ждала долго этого момента, когда буду клеить стекло. Это уже второй мой эксперимент со стеклом. Первый раз я клеила его своей маме на телефон. И это второй раз. Думала отнести в салон, какой-нибудь в салон связи, чтобы там мне приклеили. Но потом подумала, что я и сама смогу. Думаю, зачем лишние деньги выкидывать? Так, вот что-то я его полирую, оно что-то не полируется. А, нет, вот уже вроде получается. Все. Стекло это меньше, чем сам экран. И тут у экрана еще такие вроде загнутые края. Поэтому я думаю, что я попаду на этот экран стеклом. Так, теперь мы берем стекло. Тут есть вот такая вот наклеечка. Мы ее снимаем. Если я все правильно делаю. Так, снимаем. Ой, я что-то не то сделала. Ага, я наклейку сняла. А пленку не сняла, клеющую. Так. Хорошо. Сейчас я тут подцеплю как-нибудь. А, во, подцепила. Оп. Да, будьте аккуратны. О, все, я сняла. Пленку теперь пока не приклеилась пыль тут на телефон. Я беру. И вот так вот приклеиваю. Так вот. Хоп.
и побежала. Думаю, где-то попали уже частички пыли, поэтому она не везде заклеится. Угу, да, видите? Болото тут такое. Что делать? Воздух не выгоню. Стекло не отклею. Туда попала какая-то частичка пыли. Собственно, чего я и боялась. Видите, да? А может, я его где-то поцарапала уже экран? А может, это и не я виновата, а может, это стекло такое было. Ну, в общем, неважно. Меня все устраивает. Первый раз, первый блин должен быть комом. Ну, хотя не у всех и не всегда. Но я не расстраиваюсь. Думаю, основная часть экрана будет защищена. Да, если вот он куда-нибудь так разок и упал. А у меня тут второй экран. Думаю, все будет хорошо. Где-то через недельку должен прийти еще чехол на мой дуги. Вот. И он мне будет полностью так укомплектован. Вот видите, экран меньше. Поэтому тут даже не закрывается до конца. А может, это я так приклеила? Не, ну в принципе нормально. Сейчас нужно будет проверить сенсор. А, он у меня разряжен. Ну, я попробую его включить. Нет, он не включится, он разряжен. Вот. Ну, думаю, сенсор будет работать. В принципе. Ну, вот это, конечно, жалко, что болото появилось тут. Вот если бы это была бы пленка, в пленке можно выгнать этот воздух. А тут уже никак. А, не, его можно уменьшить, это болото. Или нельзя? Ой, я сейчас попробую. Я попробую уменьшить это болото. Оп. Оп. Ай, не получается. Ну, так немножко получилось. Эх. Ну, ладно, ничего страшного. Ну, думаю, что эксперимент удался. Самое главное, что за то время, пока я ходила с этим телефоном, у меня экран не разбился. Поэтому, думаю, теперь сейчас еще будет все лучше. Я считаю, нужно быть оптимистом. Нужно сказать, о, не ой, как плохо, что получилось это пятно, а сказать, ой, как хорошо, что я сама попробовала приклеить стекло. В следующий раз будет лучше. Ну, всем пока. Кому понравилось это видео, можете поставить лайк. Кого-то, если что-то не устраивает, может написать комментарий к этому видео. Свои пожелания, может быть, к нашему каналу «Я порадуги босиком». Ну и хочу сказать, пробуйте сами, экспериментируйте. Когда сделаешь что-то сам, своими руками, гораздо больше это сам ценишь, и другие. Другие тоже оценят, если это, например, подарок своими руками. Вот. Поэтому не бойтесь экспериментировать с техникой, с блюдами, с подарками. Всего доброго, до свидания.